Мы начинаем, друзья, наш сегодняшний репортаж в здании, в одном из зданий компании Microsoft в городе Sunnyvale. Ну, начинаем его в туалете, я пришел просто руки помыть. Вот. А тут будет некое мероприятие. Мы пройдемся пока по коридорчику. Тут красиво, мило. Сейчас придем туда, где мероприятие. Вот здесь мероприятие. Там нет мероприятия, просто коридор. Так, все очень миленько. Так. И мы идем снимать мероприятие. Так, сейчас нам расскажут, что здесь будет. Вы видите столы, вы видите экраны, сову знаменитую. Да, друзья, вы не ошиблись. Знаменитая сова, она со смыслом. Вот тут написано Microsoft, а там сидят наши люди, которые вас приветствуют, друзья. Эти люди обеспечивают, видимо, техническое какое-то состояние того, что будет происходить. Для участников мероприятия, вы видите тут традиционные какие-то, ну, тут напитки, видите, тут на эту сторону штуцер, а у того, наверное, на другую. Так, друзья, я думаю, что многие из вас не отказались бы, так мне кажется, приобщиться к игре, а даже если вас не возьмут играть, то вы тогда сможете приобщиться, вот, ну, нормально, в общем, нормально. Так, это что такое? Даже я не знаю, там что-то написано. Горчица? Боже. Так, давай посмотрим, что здесь. Так. Там надпись есть. Cheese dip. Cheese dip. Это сюда макать из сыра. Такая, можно сказать, макалка из сыра. Ой. Это претцелс. Такие бублички. Так, да, бублички можно макать. Так. Сосиски. Сосисочки. На шпажках. Назвать эту пищу здоровой нельзя, но вкусной можно. Так. Если кто любит. Давай глянем. Это картошка. Жареная. Картошечка жареная. И такие маленькие тарелочки, чтобы они тут не обожрались, правильно? Нездоровой пищей. То, что будет здесь происходить, напоминает, друзья, из того, что вы, может быть, видели в своей жизни, напоминает, но не является игрой «Что, где, когда». Мало того, это то, что напоминает, но не является, будет происходить на английском языке среди сотрудников компании Microsoft. Вот дошла, докатилась интеллектуальная, так сказать, разминка. Вот и сюда тоже. Вы видите, друзья, что собралось 7 команд, и они разной наполненности. Вот есть такие, где там двое-трое сидят, есть такие, что человек по 8, ограничений никаких явно нет. Вот там, может, по количеству стульев. Как мне объяснили, они же не первый раз играют. В общем, игра пришлась. Представление команд. Team Socialize. Team Futurama. Team Rookies. Exactly 1 minute to come up with answer. You can talk amongst the team, and then after 1 minute, you run. Before you have to give the answer, you're gonna have a beep. That's gonna tell you. Question: in the original Back to the Future movie, the main character is sent into the future in a refrigerator. Question: why did the producers decide to change the refrigerator to a car? Time. City. In a few days, his letter with an answer was brought back to him. What did it say? Я подумал, друзья, вам будет интересно, где мы находимся, тут вот в каком все это антураже. Вот в этом здании все происходило. Здесь написано Microsoft и GoDaddy. Они тут в данном случае в одном здании находятся.